叶利钦中心，1991年俄联邦成立，叶利钦人，叶利钦的座驾，恰一个海鸥。大市场出的，下一个не муж не ездит в мысли, не ездит. Это 录音盘，里面记录着叶赛宁的一首诗。这是俄罗斯90年代的时候的一些烟片啊、糖片啊这些的，粮票这些的，肉票。80年代，我们也在用这些票。一个叶利钦纸钞，这是叶利钦大学时候的一些同学的照片。打火机，这是叶利钦的一些家庭照。Никогда никого не звал на «ты». Это был человек, который относился к людям с огромным уважением. Единственные люди, которые он мог обращаться на «ты», это были члены семьи. Первый раз Борис Николаевич обратился вдруг ко мне на «ты», Анатолий. Это произошло после его телевизионного объявления. Еле чин на еще сырный пик.香水，鱼竿，叶利钦也是一个体育爱好者。
просто воды для души. Я лечим по упаду.